Здорово, геймеры, с вами Мавик, играем Киберпанк 2077. И мы находимся в пустошах сейчас, перед нами красивая попка. Что, проблемы? Проблем никаких нет, я с попкой разговариваю. Попка? Попка? Ага. Где там твой ротик-то? Как? А, вот ты где. Потерялся, малыш? Ну, как бы нет. Ну, не очень такая красивая. Попа неплохая, а лицо такое не очень. Такс, это у нас пустоши. И здесь у нас банда. Клан Альдекальда. Это там, где у нас Пальма или Пальмо, или как там, девушка. Возможно, будущее наше. Мне нужен имплантант. Не, имплант. Максдок. Импланты мы установили уже. На этой территории мы не можем стрелять. Как далеко надо убежать, чтобы стрелять? Фиг его знает, не знаю. Я хочу здесь, в пустошах. О, кстати, оружие здесь есть. Я потратил деньги. В этих пустошах хочу еще задания взять какие-то. Сейчас будем смотреть, что продаются, какие задания. Покажи, что у тебя что есть. Ты продаешь. Самые суровые стволы во всех пустошах. Да показывай ты давай. Ты за ними вернулся? Самые суровые. Это, насколько они суровые? Это что, кстати? Отскок. Вот, блин, а у него редкие же компоненты есть. Настолько... А оружия у него здесь как такового и нету. Нифига нет. А нет, есть, у нас просто не хватает. Стандартно. Град. Ну, град у нас как-то был, но мы его даже не использовали. У нас уже снайперки есть. И простая снайперка, и умная снайперка есть. Ой, а это что, с 6 модификациями? Что... Я хочу посмотреть, что это за легенда такая. И сколько она стоит. Это Лексингтон. Стандартная. Термический урон. Критический урон. Дополнительный урон. Вероятность поджигания. Коэффициент урона при попадении в голову. Ячейка прицела. Ячейка модификации ствола. Модификация. Модификация. Вот нифига себе, сколько тут модификаций-то. Ну, понятно, почему она легендарная. И здесь у нас тоже стандартная легендарная. Понятно. Нам бы понять, что нам можно сейчас купить. 250 качественные компоненты. У нас всего лишь 336 осталось. Возможно, давайте посмотрим, что мы из снаряжения можем улучшить. Тогда сможем улучшить. Что я не вижу, где оно находится, наш пистолетик. Умный с химическим уроном. А где он? Где он? А, вот же он. И мы его можем улучшить. Слушайте, ну тогда будет у нас урон уже 65 единиц. Ну давайте улучшаем по максимуму. Он мне что-то понравился, он мне зашел. Умное оружие с химическим уроном. 71. И чего нам здесь так повести? Повысить уровень, чтобы улучшить этот предмет. Уровень создания, что ли? Уровень создания повысить. Или вот здесь вот уровень повысить. И тогда сможем мы здесь тогда его улучшать. Блин, ну это вообще прикольное оружие. Получим новый предмет. Создание плюс 1000 опытов. Берем на карте, значит, новое задание. Что у нас здесь? Растепенное задание. События, которые вряд ли войдут в историю, но они нам нужны. Прицелы. Это все свои, мне короче. Это один клан, одна банда. Буква А. Эй, Ви, иди сюда. Куда? Пусть. Подойди. Развеет их ветер. Пусть дожди унесут. Простите, их с собой. Я не нарочно. Это Скорпиона здесь мы хороним. Скорпио, ты здесь. Погиб. Могила.
летать, что ли, здесь? Или здесь что-то есть? А... Так, а что мне... Как мне здесь достать? Йоу! Стрелять, я не знаю. Ну а как... Ну давайте, я не знаю. Меч достанем, я не знаю, сейчас. Возможно, здесь бомбу надо взорвать. Тогда же задание читаем. Здесь что-то... А, ну а как же это открыть? Здесь что-то есть. Фиг его знает, как это открыть. Новое место. Гранату, если я кину, блин, все разбегутся и будут плакать. Простите, я не нарочно. Может, этот камень можно взять? Так, давайте-ка спрячем. Ну, как ты, Мич? Привет, Мич. Ты как, ничего? Да, ничего, держусь просто. Столько погибло. И друзей, и близких. Вот приходилось тебе терять лучшего друга. Йоу! Да, его звали Джеки. Мы его потеряли в начале игры. Да. Его звали Джеки. Угу. Как он погиб? Да как обычно бывает в Найт-Сити. Ладно, идем. Поможешь мне кое с чем. С чем? Надо кое-что довести до конца. Последнее прощание. А я, понимаешь, не хочу один. Ладно, я помогу. Ну так пойдем. Да и как насчет порулить? Ну, нормально. Тогда давай прокатимся. Давай. А куда? Смотри, что я вот нашел. Вы городские, все-то вам надо Ого, точно знать черт. Сразу. А лучше вообще вчера. Джоша, он с детства берет. Терпение, Ви. Так, а что такое светится? Фигня какая-то. У Альдекальда вещи умерших переходят семье. Раньше это была тачка Скорпиона. Теперь моя вот стала. А рядом моя старая ласточка. Классные тачки. Что та, что другая. Это да. За городом машина — это жизнь. Я поеду на тачке Скорпиона, а ты на второй. Ладно, поехали. Погнали, короче. Следуй за мной. Мич, слышишь меня? Слышу. Хватит трепаться, на дорогу смотри. Да, солнце и ветер в волосах. Кайфец. Привет. Давно не виделись. Я не фанат похорон. Ну да, и смерти тоже не сдаешься. Как будто это моя вина. Я не просил Сабуру записывать меня на чип. И тебя не просил этот чип себе в башку вставлять. О, надеюсь, ехать нам недолго. Кстати, а куда мы вообще едем? Да не знаю. Ай, молодец, парень. Всегда готов помочь. Всем ребятам пример. Я собираюсь почтить память Скорпиона. Это вроде как его последняя воля. Супер. С тобой не соскучишься. Ничего так, что я тебя протаранил, не? Поедем к разрушенному мосту. Это вон за тем холмом. Принято. Дорога в рай, следовать за Митчем. Ну, я-то Уже понял. Когда мы сражаться так, с кем-то хорошо. Будем? Здесь как будто шахта какая-то была. А, это разрушенный мост, слушайте, ну похоже, как будто там... Даже не мост разрушен. Приехали. Вырубай двигатель.
Подожди, мне не нравится в снаряге вот это вот оружие. Я его на всякий случай на... Что могу поменять? На стандартное. Да ты что, Мич? Охренел, блядь? Расслабься, Ви. Так хотел Скорпион. Чтоб ты его возил в багажнике как запаску? Ёпта. Нет, он хотел, чтобы я проводил его так, как он решил. С грохотом. Посадим его за штурвал, обольем машину горючим, а потом подожжем и запустим с обрыва. Мич, ты долбанулся? Да ладно, не зуди. Будь другом, канистру передай. Знаете, в чем прикол, ребята? Вот здесь второстепенные задания. Вообще задания, второстепенные какие-то тоже задания. Ничем не отличаются от основной линии. Вот от основного задания. Вообще офигенно, прикольно продумано. И то, что сейчас говорят кто-то, блин, голимая игрушка, что нет, не верьте. Эта игра намного лучше многих игр. Держи. Классно. Да, она забагована, но все исправит. Что у нас делать? Так, положить канистру с бензина на пассажирское сиденье. Как нам взять? Я хочу ее взять, допустим. Или я типа ее взял? А, я гляжу, водитель уже за рулем. Нечего время тянуть. Его уж скоро раздует, как воздушный шар. Ну что, начнем шумные похороны? Давай. Давай. Хорошо. Я уже заткнул канистру тряпкой. Подожги ее, а я заведу машину. Только хотел сказать, как поджечь. Может, выстрелить надо? А не просто поджечь. Но она на бензине выходит. Это же будущее. Горит! Быстрее, пока не ёбнуло! Хорошей тебе дороги, друг. Ушел с грохотом, как и хотел. Пепел и сажа. Все, что от нас останется. Ну что, по пиву? Давай. Давай. На таких похоронах грех не выпить. Ну, тогда пойдем. Холодненько. Ничего нет лучше. Это да. Слушай, Мич, почему ты выбрал для этого дела меня? Ну, ты надежно выглядишь. Я серьезно. Ну, как тебе сказать? Короче, я ведь благодаря тебе живой. И смог вот с ним попрощаться. Ваши пути пересеклись лишь раз, но это был важный момент. Слушай, тебе бы взять кое-что из его вещей. Вот это у него было вроде как талисман на удачу. Пусть тебе послужит. Бери. Это Assassin's Creed? Или что это? Или ниндзя? Что это? Не знаю, но Скорпион всегда это при себе носил. Знаешь, я тут пока... Или это Mortal Kombat, Скорпион? Подумаю. Понимаю. А мне пора, наверное. Как скажешь. Если хочешь, можешь вернуться в лагерь на моей машине. Как тебе удобнее. Спасибо, дружище. Да, и спасибо, Ви, за сегодня. И за то, что в тот раз меня вытащил. Хороший ты мужик. Реально хороший. Окей, братуха, я возьму твою машину.
И заодно какое-то задание сейчас посмотрим, какое еще на карте. Но здесь пустоша, прикольное задание, ребята. Видите, обрывается, мы туда не можем уже в карту локацию проехать. Здесь, скорее всего, тоже обрыв, какой-то каньон. Если дополнение... Вот здесь мы еще не были ни разу, наверное. Дополнительные задания, может, здесь потом будут, если выпустят. Красные наши парни не умрут, не выкупят компанию и будут продолжать Киберпанк 2 делать или что еще, там будет прикольно. Может, что-то еще толковое такое же увидим. Так, давайте тогда... Это ж все надо поиграть здесь. Второстепенное задание, уровень опасности средний. Теперь сюда поедем. Звучит так прикольно, глухо. Я теперь, знаете, какая? Вот я не знаю, это уже, наверное, мечта какая-то. Я хочу этот киберпанк полностью, ребята, пройти. Ну, я его полностью прошел, но основную сюжетку. Может, все задания, которые здесь светятся. Я понимаю, что их может быть миллион высветится. Но просто здесь все катсцены, они прикольные. Сюжетные линии так переплетаются. Хочется все посмотреть. Вот даже вот с душой сделана вот сама вот эта вот видеосцена прощания со Скорпионом. Вот это ж прикольно. Ви, там ветеран войны забаррикадировался у себя дома. Соседи слышали выстрелы. Узнай, что там случилось, и расскажи мне, окей? Сейчас вышлю подробности. Окей, то есть здесь у нас сейчас надо нелетальное оружие. Нелетальное оружие, а то у нас... Реджина Джон, давай почитаем. Надеюсь, ты любишь скалолазание, потому что к этому дому придется идти в горку. Снизу не разберешься, что там происходит. Но народ говорит о большом на большой перестрелке. Вряд ли это обычная семейная ссора. Сейчас там тихо, но я бы все равно не расслаблялась. Тогда... Для ближнего боя надо эми-гранаты взять и снаряжение добавить. Эту вот дубинку. Ну, вот эту тоже можно добавить. Ну, молот у нас намного больше наносит урон. И здесь мы ставим не осколочную гранату, а эми-гранату. Так, погнали, погнали, погнали. Киберпсих. Так, пусть будет сбой оружия. Киберпсиха мы разберемся. Мы так медленно двигаемся. А, это у нас постреляло из-за этого, что ли? Я знал, что это случится. Они все-таки нас нашли. Отвлекся буквально на секунду, пока возился с новым креслом. Нужно было его немного подогнать. Наверное, я увлекся. В доме выбила пробки, жена нашла. Пошла проверить, короче. Что тут произошло? Полицейские, что ли, двинулись к нам?
Отправить Реджине информацию о приступе Киры, психоза. Реджине информацию отправить. Так, ну, давайте. Журнал, чипы, сообщения. Ищем. Риджит. Сандра, Сандра. Блин, здесь их дофигища. Это капец просто. Себастьян. Попробую еще здесь найти. Лучше просто... Вот, Риджит Джонс. О киберпсихозе. Приступ киберпсихоза, второй шанс. Так, вот это вот отправим. Отправили. А, дом на холме надо отправить было. Так, 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 где тут у нас? Лейтенант. Есть, и заодно вот это тоже ответ дадим. И это тоже. Ну и что, не отправился, что ли? Я не понял. Общение. Так, ну и все уже. Бабусы перечислены. Вот для чего нужен вот этот молот. Ну, я его уже пару раз, конечно, добывал, но и быстро его к тому же и разбирал. Потому что не знал, как с киберпсихами работать, как их обрабатывать, я не вникал в это дело. А потом, когда уже пришлось сражаться с киберпсихом, все-таки я убил киберпсиха. Это реально, но это сложно. Потому что они восстанавливаются очень быстро. Такс. Не разбираешься дальше. Можно брать даже на карте, что у нас следующее задание какое. Сюда, сюда, потом сюда, сюда и на выезде вот эти два. Не понял. А кто здесь где появился? Ну ладно. Хорошо. Пушки, пушки.
Да, конечно. Давай. Только, она? Боюсь, минутки не хватит. Можешь приехать в лагерь? Да. У меня проблемы. Уже еду. Ох, спасибо. Прямо камень с души. Только мне нужна инфа. Что у тебя за проблема? Знаешь, будет лучше, если... Погоди. Это из-за Сола. Насквозь меня видишь. Угу. До скорого. Не звоните Солу. Ох ты ж, блин! Блин, а где же последняя точка сохранения тогда будет у нас? Здесь? Не звоните Солу. Или... Звоните Солу. Фильм видели? Про адвоката. Во все тяжкие. Конечно, да, конечно, ради тебя все что только угодно. Боюсь, минутки не хватит. Можешь приехать в лагерь? У меня проблемы. Уже еду. Ох, спасибо. Прямо камень с души. Только мне нужна инфа. Что у тебя за проблема? Знаешь, будет лучше, если... Погоди. Это из-за Сола. Насквозь меня видишь. Бомба здесь. До скорого. Вот видите, бомба, я их сразу не заметил. Как он проехал, блин, здесь? Блин. Все. Еду к тебе, девочка. Ну, ты будешь моей подругой или нет все-таки? Она должна моей подругой стать. Вот здесь в пустоши прикольно. Ну, как... В городе, понятно, там густонаселено, но здесь можно тоже так неплохо развернуться. Вызывала? А купить Мадзиоти? Нет, это не Мадзиоти. Слушай, я же хотел приехать к моей девочке. 115 тысяч стоит. Нет, чуть-чуть. Подожди. Это ж не то задание. Журнал заданий. Не звоните Солу. Добраться до лазеря. Вот сюда вот. 500 метров. Вот это рядом. Это прикольно. Несмотря на эти все баги этой игрушки, возможно, эта игра года станет. Но понятно, что могут обсырать ее, говорить типа, да нет, 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 она не будет, она на консолях не пошла, там еще что-то. Но люди сами скажут свое мнение, те, которые играют. Остальные будут сторожить лагерь. Делайте обход каждые полчаса, докладывайте лично мне. Ви, привет. Он что тут делает? Я запретил тебе даже думать о конвое Мелитеха. Так ты дружка позвала? Чтобы все провернуть за моей спиной, да? Ага, поэтому я и попросила, Вишку. Вообще не понимаю, что здесь происходит. Нет, ну правда, Сол. Ты хочешь, чтобы этот Василиск просто ускользнул из наших рук? Именно. Это же такой шанс. Какой? Какая-то унылая у вас дискуссия.
Похоже, тема уже успела всех утомить. Нет, дискуссия закончилась давным-давно. Люди из биотехники будут здесь через час. Постарайтесь за это время не налажать. Офигеть! Будем теперь траву в зеленый цвет красить по его приказу. Я думал, ваш союз с биотехникой распался. Сол хочет довести дело до конца. И доказать, что Альдекальда держит слово. Охрана полей! Еще кукурузу мы не защищали, блядь. Сол добьется, что корпораты будут вытирать об нас ноги, а мы только кланяться и говорить спасибо. А что такое этот Василиск? Бронированный грузовой панцирь Мелитеха. Корыто откуда-то из 60-х. Его хотят спихнуть какой-то стране третьего мира, где он будет считаться новейшим чудом техники. Конвой Мелитеха поедет совсем рядом, по 101-й трассе. Грех с ними не поздороваться. Неужели стоит ссориться с Солом из-за панцира? Да, с Василиском мы сможем наконец вернуться в большую игру. Семья разваливается. Если мы упадем в яму с биотехникой, нас перестанут воспринимать всерьез. Окей. То есть ты реально позвала меня, чтобы провернуть это за спиной у Сола? Кэссиди, Тед, Кэрол и Боб уже согласились. Как вы хотите перехватить Василиск? Спасибо, Ви. Разве я сказал, что согласен? Угу, пойдем поговорим с остальными. Получается, на операцию согласились только 4 ветерана, и все. Других мы даже не спрашивали. Слишком большой риск, что кто-то пойдет настучить Солу. Только ветераны понимают, какие возможности нам откроет Василиск. Опасная эта затея. Да ладно, ничего опасного. Этот караван даже охранять особо не будут. И вообще, неужели ты не хочешь внести свой вклад в дело мира на планете? Если ничего не сделать, этого зверя отправят на войнушку куда-нибудь в банановые республики. А мы найдем для него дело прямо здесь, в Америке. Снова пытались убедить Соло. И ничего не вышло. Ага. Так, слушайте все. Мелитех будет перевозить Василиска по частям на 2 грузовиках. Погоди, чего у тебя голос-то дрожит? Иди нахер. Мы встанем уже до переезда через трассу 101. Нападем сзади и быстро оттуда смоемся. Вопросы, мнения, замечания? Ты молод. Ладно, я с вами. А, окей. Такс. Моя девочка. Окей. 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 Такс. Поза. Выберем позу или глубину резкости, контраст. Спасибо. Пожалуйста. Сначала заедем на станцию. Там стоит локомотив, им мы заблокируем переезд. Поедешь с нами или встретимся там? Поеду с вами. Ну и круто. Поехали. А голос-то у тебя дрожал. Неправда. А, да ладно. Вспотели ручки-то? Да иди ты. Ты точно не оставила следов? Мелитех ничего не заметит? Ты что, во мне сомневаешься, Бобби? Окей, окей. Я ничего не спрашивал. Поехали. Лагерь точно не заметит, что вы уехали? Сол и так не хочет нас там видеть. Ему надо во второй раз произвести хорошее впечатление на биотехнику. А ваши унылые рожи их не впечатлят. Это как пить дать. А что в итоге со стилетами? Думаете, скоро нападут? Сол так думает.
лагерю. А тебе не нравится? Мне не нравится, что он лечит симптомы болезни, а не причины. Ты не скучаешь по Найт-Сити? Иногда скучаю. Мне не хватает ощущения какой-то новой жизни. Свободы. Но его всегда отравляло чувство пустоты. Блин, а что с голосом у нее? Чувство, что свобода бессмысленна, если ты одна. Озвучка как будто из микрофона какого-то. Я тоже не сразу. Приглушенного. Хотя, почти никогда не оставался один. У тебя кто-то был? Настоящий друг. Его звали Джеки. Он бы точно тебе понравился. Джеки. Если тебе так нравится, давайте угоним поезд и успокоимся. Может, ну нахер этот Василиск? Урал-комбинат? Будем ездить по путям до 101, а потом обратно. Соло даже уговаривать не придется. Офигеть. Урал-комбинат. Фоточку на память. Нет, а от лица. Так вот. Ну, контраст пусть будет, да, на нуле все-таки. И посмотрим, что у нас по эффектам получится. Интересное. А ты нет. Здесь, скорее всего, лучше отключить. Урал-комбинат. Это что нам теперь? Угнать это надо? Или что, по нам? Готово? Конвой Милитеха поедет из Найт-Сити на базу, где у них встреча с покупателем. Мы должны будем их поймать на переезде. Нужно только перекрыть дорогу вот этой махиной. Ви, есть вопросы? Кто-нибудь знает, как завести эту штуку? Древняя хрень. Кэрол ее взломает. Потом еще надо будет авторизоваться с контрольной вышки, чтобы им управлять. Мне кажется, вышка давно обесточена. Мы этим займемся. Вы с панам пока поищите код авторизации. Ну что, пора за работу. Блин, ну, обсудить план с кочевниками. Ну прикольно, ребят, дополнительные, это даже не дополнительные, это второстепенные задания, они такие прикольные. А продолжать мы будем, это уже Урал-комбинат, в следующем видосике. Ребята, оставляйте сообщения, не забывайте подписаться и лайкосы, а с меня видосы. Всем пока-пока.